В центре Киева несколько десятков человек организовали памятное шествие в пятую годовщину силового разгона акции протеста на площади Независимости. В конце ноября 2013 года начались исторические события, получившие название Евромайдана. Участники факельного шествия в четверг вечером отправились к зданию МВД Украины. Активисты говорят о том, что никто фактически так и не понес ответственность за трагедии пятилетней давности. Пять лет, и никто не наказан. По сути, реально никто. К ответственности привлекли формально несколько человек, а остальным дали возможность бежать. Жертвами противостояния зимой 13-14 годов в украинской столице стали более сотни человек с обеих сторон. Несколько сотен получили ранения. На прошлой неделе представители украинской генпрокуратуры сообщали, что по делу о стрельбе на Майдане осуждены 10 человек, обвиняются 442, 279 дел направлены в суд.